Топ-10 из открытого списка. Минимальные потенциалы, максимальные потенциалы. Shiba Inu рейтинг на CoinMarketCap занимает 15 место. Торгуется в 82 пункта и 5 нолей. Скидку имеет в 90% на сегодняшний день, достигнув свой ETH, то есть наивысшую стоимость. И сегодняшний минимальный потенциал, который она имеет, это 10 иксов. Множим на $100, 1000 баксов. Максимальные иксы пойдут уже в половине следующего ролика. Но не спеши перескакивать, потому что ты допустишь одну великую ошибку, которую допускают все, приходя на рынок криптовалют. Ее я тебе скажу чуть позже. Dodo занимает 360 место на CoinMarketCap среди списка всех криптовалют. У Dodo минимальные иксы, отталкиваясь по истории Binance, в момент, когда она залистилась на него, имеет в своем арсенале 111 иксов. Она достаточно новая, залистилась на Binance 21 февраля. Множим на 100 баксов, это 11100. Flow ранг занимает 50 место. С сегодняшней точки в своем загашнике уже имеет под 50 иксов. До цены, до которой она раньше приходила. Множим на 100, это 5 кусков. Кронос Кро занимает 29 место. Имеет в своем арсенале 33 икса с сегодняшней точки. Множим на 100, это 3300. ICP Интернет занимает 34 место. Имеет с сегодняшней точки в своем арсенале 648 иксов. Множим на 100, 64800. Coin 98. Ранг занимает 395 место. С сегодняшней точки монетка имеет 38 иксов. Потенциал. Множим на 100, 3800 баксов. Суши Свап 106 место, с сегодняшней точки имеет 22 икса. Множим на 100, это $2200. Astra Atlas, ранг занимает 440 место. Загоняй иксы в портфеле людям. Astra Atlas с сегодняшней точки минималку имеет 85 иксов потенциал. Множим на $100, 8500 баксов. Anchor Protocol. Ранг занимает 670 место. Минималку сегодня имеет 265 иксов. Множим на 100, это 26200. Phantom. Ранг занимает 61 место. Минималку на сегодня имеет 14 иксов. Множим на $100, 1200 баксов. И 11 монетка на сладкое. SingularityNet Agix. Ранг занимает 298 место и на сегодняшний день имеет 13 иксов в своем арсенале. А видим, что монетка с каждым разом идет на повышение. Множим на $100, 1300 баксов. Если ты только новичок и только на старте, для тебя подготовлена видеоинструкция о том, как приобретать такие профитные монетки. Обращаю внимание на предупреждение. Также с командой подготовили уникальный продукт, который будет дополняться, расширяться и наполняться новой и новой информацией. Также, если хочешь прокачаться в психологическом плане, потому что деньги — это все-таки внутреннее состояние твоего бытия. Для того другого элемента необходимо написать либо желаю в команду канала, мы работаем с твоим портфелем, немножко дополняем тебя, твою информацию. Второе, красная плашка, это желаю в команду канала VIP, где мы тебя, получается, психологически разбираем, меняем твое ментальное состояние, внутреннее состояние, и ты уже жить начинаешь по-новому, и краски мира начинаешь видеть совсем по-другому, в другом формате. Я знаю, о чем говорю, я это делал, и продолжаю делать по сей день. Канал вдохновлен результатами Shiba Inu. Такая есть крипто валюта на валютном рынке. Как раз вот ее мы сейчас и спрогнозируем, ее максимальный рост. Конечно же, все это делается на основании прошлого опыта этой монетки. С сегодняшней точки монетка имеет 26 иксов. Множим на 100, это $2600. Dodo достаточно молодая и децентрализованная. На сегодняшний день имеет с сегодняшней точки 631 икс. Множим на 100, это 63100. Flow с сегодняшней точки имеет 202 икса. Множим на 100, это 22200 баксов. Kronos Crow имеет потенциал максимальный, это 84 икса. Множим на 100, это 8400 баксов. ICP Internet с сегодняшней минимальной точки имеет потенциал 3625 иксов. Множим на 100, это $362, 500 баксов. C98 с сегодняшней минимальной точки имеет 227 иксов. Множим на 100, это 22700 баксов. Суши
SushiSwap с сегодняшней точки, достигая стоимость в $91, имеет в своем арсенале 93 икса. Умножим на 100, это 9300 баксов. Astra Atlas в своем арсенале, максимальные иксы, которые сегодня в себе хранит, с сегодняшней точки это 305 иксов. Умножим на 100, 30500 баксов. Анг, дойдя до 17 баксов, наполнит твой портфель на 592 икса. Умножим на 100, это 59200 баксов. Монета Фантом, придя в $59 за одну монетку, с сегодняшней точки нагрузит твой портфель 292 икса. Умножим на соточку баксов, это 29200 баксов. Agix, выйдя на $2.47, в своем арсенале имеет потенциал на 52 икса. Умножим на 100, это 5200 баксов. Гришаня, благодарю за донат и горячий кофе. Всем прекрасного, великолепного настроения, великолепного следующего года, благоприятного, достойного и профитного. Да пребудет с вами прибыль.